Работа Ивановского энергоуниверситета 13 декабря на несколько часов была прервана. В учебных корпусах искали бомбу. Преподавателей и студентов экстренно эвакуировали. Территория около вуза была оцеплена, дорога перекрыта. К зданию были стянуты все городские спецслужбы. В итоге сообщение оказалось ложным. В результате обследования взрывное устройство обнаружено не было. Во второй половине дня университет возобновил работу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении шутника, сообщившего о взрывчатке.